Еще раз здравствуйте. У нас продолжается серия закрепления пройденных цель. Сегодня у нас будет полная геометрия, то есть планиметрия, да? В следующем видео, по-моему, тоже стереометрия будет. Сегодня, чтобы скучно вам не было, сумма трех углов образованных при пересечении двух прямых равна 200. Вот две прямые у нас пересекаются, и сумма трех из них. Вот это, допустим, альфа, вот это тогда альфа, вертикальный угол. Вы помните, да, это? Если здесь бета, здесь тоже будет бета. И говорят, что вот, допустим, вот эта вот сумма трех. Альфа плюс бета, это оказывается 200. Но мы же с вами знаем, да, что альфа плюс бета тут чем равняется? Альфа плюс бета равняется 180. Вместо альфа плюс бета подставим 180, идет туда с... Значит, бета будет 20, тогда альфа 160, потому что их сумма 180. Вот мы нашли наибольший из этих углов, на сколько процентов больше, наименьше. Вот опять просто топкин метод, я на оттенок разбора. Наибольший из этих углов, на сколько процентов больше, наименьшего. Вот наименьшее это у нас 20%, это 100. А 160 градусов это сколько процентов тогда будет? Если 20 это 100, 160 сколько процентов будет? 400. 800, да, будет? 800. Но многие думают, вот 160 это 800, это ответ, но это не так. На сколько процентов больше? На 700 процентов больше. Вот среди вариантов, среди вариантов именно есть 800, 700 и еще какие-то другие. И многие вот выбирают 800. Понятно, да? Какой процент от меньшего составляет больше? Это 800%, да. Но насколько больше? На 700. Давайте следующий. Хоп. Вот у нас тут 3х, 5х и 9х. Ну, по-моему, для такого случая готовая формула есть. А мы попробуем это вот так, да, допустим, такой, вот так, да, продолжим. Продолжим вот эту линию. Стрелочки, это означает, они параллельные. Если здесь 9х, здесь тоже 9х. Помните, да, правило? Две параллельные прямые, если здесь альфа, здесь альфа. Если здесь, допустим, бета, здесь тоже бета. Если они параллельные, вот. Тут тоже у нас параллельность есть. Если здесь 9х, односторонний вот угол 9х. И если здесь 5х, это будет сколько? 180 минус 5х. И это тоже будет 180 минус 9х. Так? Потом суммируем 180 минус 5х плюс 180 минус 9х и плюс 3х. Равно сколько сумма внутренних углов? 180. По 180 мы можем сократить. Будет что? Это с этим минус 2, минус 11, да? Минус 11х и равно минус 180. Оттуда х равен чему? Вот так? Торсо правильно? Минус 11х и минус 180. Х получим вот в таком виде. Понятно, да? Упомазень на уле тут. Следующий, давайте. Видим вот этой стороны. Треугольника, выраженными целыми числами, образует арифметическую прогрессию. Найти среднюю сторону треугольника, если периметр равен 45. Целыми числами образует арифметическую прогрессию. Мы вам чего-то раз он больше речек или раз он попытки. Найти среднюю сторону треугольника, если периметр равен 45. Или что вам нужно? Давайте вот попробуем А1, А2, А3, да? Вот говорят найти среднюю сторону треугольника, если периметр. Если вот складываем, оказывается это 45 будет. И причем А1, А2, А3, они какие? Натуральные числа.
целое, это вообще-то отрицательно, но это у нас длина, поэтому у нас только может быть натуральное число. Вот какие три числа складываем, мы получим 45. Давайте это обозначим через А1. Это А1 плюс D. А это А1 плюс сколько D? 2D, 45. Там 3А1 и 3D. 45. На 3, если поделим, А1 плюс D будет 15, да? А1 плюс D это какой? Второй. Вот от нас как раз хотели А2. Раз мы баракем, у нас тоже ехали. Оказывается, будет 15. Посередине которой. Вот, опять тонкая связь прогрессии и геометрии, да, вот. А так, вот, наверное, геометрия 60 метров, почти периметр квадратных полосок. Вот, следующий, выберите верное утверждение относительно треугольника со сторонами 5, 6, 10. Теорема Пифагора, помните? А в квадрате плюс b в квадрате равен c в квадрате. Если эта равенство выполняется, у нас треугольник какой? Прямоугольный. А если здесь больше, помните, да, это? Если больше, остроугольный. Если это меньше, то тупоугольный, да? Вот так. Попробуем. 5 в квадрате плюс 6 в квадрате сколько будет? 61. 61 меньше, чем? 100. 100. Это будет какой? Тупоугольный треугольник. Вот. Прямоугольный точно не будет. Остроугольный не будет, потому что их сумма не больше, чем третий. Треугольник такой не существует. Так, кстати, вообще с помощью вот данных трех чисел мы можем составить какой-то треугольник. Неравенство треугольник, помните? Неравенство треугольников. Сумма двух сторон больше, чем третий, да? То есть 5 плюс 6 больше 10, 5 плюс 10 больше 6, и 6 плюс 10 больше 5. Вот все они выполняются, поэтому да, с помощью данных мы можем составить какой-то треугольник, и этот треугольник будет обязательно тупоугольным, потому что подходит на это условие. Вот так. Понятно, да? Вот смотрите, это 18 года задание, это 21 года и это 16 года. То есть, если вы на курме ясно, вы обитрет ланеке, ну, она олдена куб и татуш, охры гигенда, и шерен нарсада болят, ну, шеле. Вам чебан учунди, да? IQ вам сразу дамыз, да? Кима дапты? Я верю в тебе. Ага, би... билюф, да? Билюф, да? О, следующий планиметрия. То есть продолжим, да, планиметрию? Язык утрасыйда, юкилял чекат. Бекор утрасыйда, юкилял чекат. О, углы треугольника составляют арифметическую прогрессию. Найдите наибольший угол треугольника, если его наименьший угол равен 20. Опять вот треугольник у нас имеется, допустим, какие-то А, Б, С углы. А потом наименьший угол оказывается 20. Давайте вот 20, Б, С. Это 180, да? И причем они образуют арифметическую прогрессию, да? То есть 20 плюс Б это у нас 20 плюс Д, а это 20 плюс сколько Д? 2D. Это 180. Это будет 60, переводим туда с минусом, 3D, сколько будет? 120, и D 40. Тогда получим тут 20, тут 60, а там? 100, да, будет? 100, да, будет. Получили. Следующий. Так. Найдите наибольший отрезок на данном чертеже. Вот, смотрите, угол А, угол Б, угол С, угол Д и еще проведена диагональ. Вот здесь у нас 60 градусов, там 60, вот здесь 55, здесь 60 и здесь 58. Тогда здесь какой угол будет? 55. 65. 5. А здесь будет? Угол 62. 62. Так? О, который из них наибольший спрашивает, да?
Вот смотрите. Сначала рассмотрим вот этот треугольник. В этом треугольнике наибольшая сторона какая? BD. Напротив 65 градусов. Это, то есть у нас получается BD. Оп, и нархаримус. Вот среди них теперь наибольшее какое? 62 градуса. 62 градуса. То есть получается CD это наибольший. Получается CD. То есть напротив меньше угла, больше, меньше, меньшая да, сторона, напротив больше угла, большая меньше сторона. Да? Хоп. В равнобедренном треугольнике ABC основание AC 15. Вот равнобедренный треугольник. AC, вот это AC основание, значит вот здесь B. Тут 15 говорят, и BAC. BAC вот здесь оказывается 30. Тогда вот здесь тоже будет 30, да, потому что равнобедренный. Из некоторой точки M на основание AC опущены перпендикуляры на боковые стороны. Найдите сумму перпендикуляров. Еще раз. Из некоторой точки M на основании AC, давайте где-то вот, допустим, вот здесь вот M, опускаем перпендикуляр вот так, и опускаем перпендикуляр вот так. Так, найти сумму перпендикуляров, да. Допустим, вот это у нас H1, а это H2. Вот. От нас требуется найти H1 плюс H2. Сколько это будет? Ну, если там 90, здесь сколько будет? 60. 60, 30, 90. Напротив 30 мы с вами знаем чего? Меньше, чем 90. Именно. То есть, если здесь H1, вот здесь у нас будет что? H1 делить на 2. Да. Еще раз, напротив 30 да, лежит в 2 раза длиннее гипотенуза, чем катет, да? Наоборот, здесь 2 H1, да, будет? Да. Это же у нас гипотенуза. Хоп. Значит, добро матрицы скорости. Чумет хелла на чебор. Кузиля да сизи ритма. Сейчас мы гарами ритма. 30 найн сал. Чуть южным занака. Нас хелл дуэнды. Вот это у нас H1 и вот здесь, да, вот? Напротив 30 лежит половина гипотенуза. Если это половина, то гипотенуза сама сколько будет? 2 H1. То же самое и для этого, да? Тогда здесь сколько будет? 2 H2. А основание у нас сколько общее? 15. То есть 2 H1 плюс 2 H2, это оказывается 15. Оттуда H1 плюс H2? 7,5. Чувас, да? Я на кайтару тема. Почему мы снимаем видео, почему мы это закрепляем? Чтобы просто освежить ваши знания по геометрии или по другим каким-то темам. У нас математика на английском, по кембриджскому, по ЛАС у нас не было, и МОК экзамены, там еще мы GMAT Club, и еще последний, что это, Varsity, да, было, по-моему. Вот по этим литературам мы много примеров решали, и среди них были еще и геометрия, задания по геометрии. Наша задача просто освежить ваши знания по темам. Угол при вершине равнобедренного треугольника. Где у нас вершина? Yeah. Да, наверху вот здесь. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 30, значит здесь 30. Тогда здесь во сколько будет? 75. По 75. Почему 75? 150 на 28. Ага. 30 остается 150 и делим пополам, потому что это равнобедренный треугольник. Высота, опущенная на основание, равна 6. Вот опускаем высоту. Это 6. Определить высоту, опущенную на боковую сторону. Вот. Давайте поселим. Да? Вот это у нас H пусть будет. H чему равняется? И как найти? Если это 6, да? Оп, я могу найти, допустим, вот это. Я хочу найти это через площадь. Рассмотрим вот такой треугольник. Вот, смотрите. Вот здесь у меня 75, вот здесь у меня 15, это 6, там 90 градусов. Я могу найти вот это А? Да. Как можно? Через синус. Через синус или через тангенс, да, давайте? Да. Тангенс 15 это что значит? Для 15 6, градусов. 6, тангенс 6, это противоположный катет на... Прилежащий катет, то есть А делить на 6. Так? Оттуда, если А найти, это 6 умножить на тангенс 15.
Вот так. А у меня есть, а основание это сколько таких? Два. Два, да? Давайте вот площадь. S это 1 вторая высота умножена на основание. Основание 2а, то есть 12 тангенс 15. Сокращается 3, получим 36 тангенс 15. Вот так. Теперь с другой стороны, я еще могу найти, допустим, вот здесь c. С тоже, да, могу найти? Через, как вы сказали, синус. Синус 15, это означает на противлежащий катет на гипотенузу. А на С. А это у меня есть. С, если найти, это будет что? А, то есть 6 тангенс 15, делить на это, да? Синус 15. Вот. С идет туда, а синус 15 сюда. Вот, С это уже получили. Вот теперь S я буду приравнять, то есть S с другой стороны, это 1 вторая, то же самое. Основание умножаем на высоту. То есть C умножим на H, 1 вторая, C это у меня вот это, давайте это упрощаем. Тангенс 15 это что означало? Синус 15 на косинус. Синус синус сокращается и косинус будет внизу. 6, что будет? Косинус 15 умножен на H, мы это не знаем. Зато мы знаем, это тот же самый треугольник, который площадь и так все равно одинаково, да? Приравниваем. То есть вот это 36 и это приравниваем. Получим чего? 3 делить на косинус 15h, это равно 36 тангенс 15. У тангенс 15 что? Синус 15 на косинус 15. Вот косинус можно убрать. Оттуда аж найдем. Оттуда аж найдем. Это будет 12. Синус 15. Ну, синус 15, это зависит от варианта. Да? Может ответить в таком виде. Если придется, синус 15 тоже можно вычислить. Какая была? Синус 15 я могу вычислить по формуле, да? 1 минус косинус 30 делить на 2. Или так, или как вы сказали, через 45 минус 30, да? И так тоже можем получить. Так, следующий. Кордилан, корда друби трупты, то есть бинокль трупты, лекен алтору штаты, да? Садаем шнаты. Кордилер дошуин, чем материал бар, алтору штатсейле, вартием. Арили? Ага, душма зуахкуйда бойлават. Notor qaraqatı da binoklu gəyir. Gifkər özünə özü qoyulma gən. Bu, prosto, neydi bu? Yo, K-pop'un bu. K-pop tələ var ki. Şuna qalq qıqqqqəmiz deyil, matematik ilmaq deyilik. O, zdəyiz u nas formula dələ proyekciyə. По-моему, все вы знаете. Просто у нас были какие? Здесь h в квадрате, bc на ac, b в квадрате на bc, а в квадрате c на ac. Где a, b это катеты, c это гипотенуза, а c, bc это проекция катетов на гипотенузацию. То есть дальше у нас начинается прямоугольный треугольник. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 3 корень из 5. Определить катеты, если известно, что после того, как один из них увеличит на, а другой на, сумма их длин сделается равной 14. Гипотенуза прямоугольного треугольника. 3 корень из 5. Определить катеты. Вот, допустим, это А, это Б. После того, как один из них увеличит на, допустим, было А, и мы увеличиваем на этот как это, процент. Умножаем на. Сколько это будет вообще? 399 плюс 1, 400, да? 403 это процент, то есть было и так 100%, правильно? Еще увеличиваем на это, за сколько это будет? 700 делить на 3%, да? Если это делить на 100, получим сколько? 7 третьих вот часть от первого. То есть вот А теперь стало 7 третьих А. Понимаете? Да, да. Чуть мазель зорили, топтатили.
А другое было B, опять вот, было 100%. И увеличили на это 50, да, скорее всего? 53. Если плюсуем, это будет сколько? 353%. Если делить на 100, чтобы получить такой дробной, да, часть? 3,5. Умножим на 1/100, да? Если сокращаем, на 50, если сократить, там 2, там 7, то есть 7/6. Так? То есть было B, теперь стало 7/6 B. Сумма их длин сделается равна 14. Сумма их, это, по-моему, катетов, да, имеется в виду? Да. 7/3 А плюс 7/6 Б, это, оказывается, станет 14. С другой стороны, это же теорема Пифагора. А в квадрате плюс Б в квадрате чем равняется? Вот это, да? 9 на 5, это будет сколько? 45. Хоп. Вот здесь мы можем сократить по 7. И сразу общий знаменатель зайдем. Здесь остается вообще-то 2. И общий знаменатель будет что? 6. Тут не хватает двойки. То есть 2а плюс b равно, тут 20. Умножаем 6. Это по бедрам тут. 12. И а в квадрате плюс b в квадрате 45. Давайте подбираем, какие у нас а, b будут. А, b, причем у нас какие? Положительные. Да, Фердаус? А квадрат плюс b квадрат это 45. 36 и 9, что ли? 36 плюс 9 это 45, да, будет? Да. Значит, один из них 6, другой 3. 12 плюс 3 же. Будет 3, будет 6 коллагена, да? Да, да? А у нас получается 3, b у нас получается 6. Ну, вообще-то это решается методом подстановки, он ее понимает, подставляет, потом получим ответ. Ну, короче, вот они вот такие. Мы нашли их. То есть опять, в одном примере, в одном тесте, сколько тем? Теорема Пифагора, проценты, система, причем система нелинейная, да? Высокого порядка. Вот экзаменационная задача для 11 классников. В следующем у нас, ну, в следующем уничтожили, узели экзамены на ГЭ. Вам была на Танидиэлла Балмазы? Кто это? Фанат Нарьёву? Фанат Буген Танирды. Найдите гипотенузу 15-го прямоугольника, прямоугольного треугольника из чертежа. Это вот вариант 18-го года, но это было, по-моему, 17-го или 16-го года при поступлении в Вестминстерский университет. И кейн вот ДТМГ, может быть, молчаман, иногда там повторяется задание. И молчаман, балки, без математики на английском тайланганды, балки, у Юргана Ханахарат, Саволес, Лаги, Чупалчиму. Вариант был, Вестминстерский университет, вариант был, еще надо задача была. Давайте, что будет? Первое требование. Давайте гипотенузу найдем. От нас же требует, найдите гипотенузу какого по очереди прямоугольного треугольника? 15-го, да? Умещенца. Это 1 в квадрате плюс 1 в квадрате. Это будет корень из 2. Следующий будет корень из 3. То есть для первого это корень из 2. Для второго корень из 3. Для третьего корень из 4. То есть гипотенуза превышает на 1 единицу, чем порядковый номер треугольника. Для 15-угольника корень из 15 не будет, а корень из 16 это будет 4. Понятно? Да. Ну, с виду это немножко страшно, да, например, что за это график, что за чертеж, но это решается easy. Вот, нам это... Да, нам это... Кичерина, изумя отхуи. Вот. А ты знаешь, ёж по ленду вот. Оп, братан, видели, у нас игры. АС это у нас 5, АД это 3 и АБ чем уравняется. Вот дальше уже начинается проекция. Проекция вашего оттенка. Мы ворогаем сюда. АС это у нас 5, вот здесь 5. АД, где АД? Вот это 3. И спрашивает АБ. Это АБ чем уравняется? Х. Как найти? Вот там, смотрите, АДС это... Прямой угол получается или нет? Да, да, да. Прямой, да. 4 так, да? АДС? Да. Ладно, мамы говорим, да? Если вот там немножко 4. Повернуть, да, получим вот такой же вид. То есть,
Вот b в квадрате, допустим, да, это гипотенуза умножена на проекцию. Что там? Это b. 25. 4 получается, да? C, да. 4. Здесь получим 4, да? Да. По теореме Пифагора. Здесь же 90 градусов. Об, я на нормалус? Получается, у нас есть высота. Да? Что, 25? У нас есть один... Как это? Прямоугольник. Да, гипотенузу, в общем, можем найти. Вот b в квадрате умножить на гипотенузу на его проекцию. Да, вот так. b в квадрате это 25. c это у нас неизвестно, зато его проекция нам известна. 4. Оттуда c это 25 делить на 4. X в общем серии, да? Тогда 5 в квадрате плюс x в квадрате это будет что? 25. 4. 25 четвертых, все это в квадрате. Оттуда найдем x. Оттуда можно найти x. Хоп. Курсан бу петна, осам залдан көріп. Арқасында қиылар болуы мүмкін. Хоп. Бу енді вафи популярды. Біле бағын, бұян бұл жүгір 40 қайын пропагандыр. Біз студентлік айтымызден барыды бұл мен. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна. Один из катетов 14. Найдите длину проекции этого катета на гипотенузу. Еще раз. Гипотенуза у нас 32,2. Один из катетов это 14. Вот. Вот проекция, то есть высоту опускаем на гипотенузу. И найдите длину проекции этого катета на гипотенузу. Вот это вот спрашивает. Допустим, это АС. Что будет? Опять вот та же самая формула. Катет в квадрате – это гипотенуза умножена на проекция этого катета на гипотенузу, АС. Это будет 196. Если это вычислить, то сколько будет? 98, да? 98 третьих. АС, вот это вот с этим сокращается 2. Значит, АС – это сколько? 6. Какую формулу взяли? Вот опять ту же самую формулу. Мама, да? Катет в квадрате – это гипотенуза умножена на проекцию его на гипотенузу. Так, следующий. Класс, знаешь, параграфы? Хоп. В прямоугольном треугольнике один катет равен 2, а противоположный ему угол равен 60. Найти второй катет этого треугольника. Еще раз. В прямоугольном треугольнике один катет равен 2, а противоположный ему угол 60. Ну, давайте мамоники флейк. Найти второй катет. 30. Напротив него x, ага. и 2x. Да, получается там. Ага. Или мы можем здесь использовать теорему синусов, да? Найдем что-то. X делить на синус 30. Тора. 2 делить на синус 60. Оттуда X найдем. 2 за синус 30 делить на синус 60. А это у нас 1 вторая. Это корень из 3 делить на 2. По 2 сокращаем, остается 2 делить на корень из 3. Ну, потом можем избавить от резонанса, это зависит от вариантов. Это один из вариантов. Второй вариант как? Например, тангенс 30 сразу. Да, тоже можем получить. Тангенс 30 это что означает? Противолежащий катет на прилежащий катет. Все равно получим такой же ответ. Хоп. Следующий, 12-й. Çıkın kaldı da sabırlıyla. Veliçine uglov triyugolnik atnosite sözde diyen topmadın değil fakat sözde var. Veliçine uglov triyugolnik atnosite 2, 3, 1. Длина меньше стороны равна 20. Найдите длину больше стороны триугольника. Давайте. У нас какой-то треугольник, мы пока не знаем это, вид этого треугольника, зато знаем, как они относятся, да, то есть углы. Это означает 2х, 3х, 1х. 6х, 8х.
И это у нас равен чему? 180. 180. Оттуда x равняется 30. Значит, это опять вот такой же треугольник. Да? 30, 60 и следующий 90. Значит, 90 это сколько у нас получается? 40, да? А длина меньшей стороны равен 20. Да, то есть 20, да? А тут 40. Большой сторон треугольника. Вот большой 40. Это получается 40, да? Да. 5 градусов не будет. Вот. Наибольшая сторона это получается 40. Это гипотенуза. Хоп. Так, в треугольнике обойдется АВ корень из 3. Опять вот какой-то треугольник у нас имеется, допустим, А, Б, С. Вот это корень из 3, А, С это 6, и угол А это 30. Найдите длину высоты опущенной из вершины А. Вот это вот высоту спрашивает. Как найти вот высоту? Как думаете? Давайте я вам подскажу. Одна вторая. Основание, допустим, это С, умножить на высоту. Так? Если я буду узнать вот S и C, тогда я туда могу найти H, высоту, да? Опущенную на C. А как я найду S? 3 плюс... Именно. Площадь можно найти не только через высоту, а через вот такую, да, формулу. АВ и синус угла между данных сторон. С это 1 вторая. АВ это 6 умноженное корень из 3 умножено на синус альфа. Синус альфа это синус 30. 1 вторая сокращается там 3. 3 корень из 3 делить на 2. Вот С. А С как найти? Теорема? Косинусов. Две стороны есть, угол между ними есть, а противолежащие к этому углу мы можем найти сторону, да? С в квадрате, получается 6 в квадрате плюс корень из 3 в квадрате минус 2 6 корень из 3 и косинус 30. Теорема косинусов. Это как отдельная тема у нас будет. 6 в квадрате будет 36, корень из 3 это 3. Здесь будет сколько? Корень из 3, косинус 30 это было корень из 3 делить на 2, да? 2-2 сокращается, корень из 3 на корень из 3 это 3, умножаем на 6, 18. 21, да, будет? Вот так. Значит, С это корень из 21. Теперь вот подставляем на это. Вот. С это у меня сколько? 3 корень из 3 делить на 2. Это 1 вторая. С это у меня корень из 21. Что вот так махнемо? Неудобное число. 6 в квадрате, корень из 3 в квадрате. Все правильно, да? 3, 6, 18. Все правильно. Минус 15, 21. Вот. Так, 2, 2 можем сократить. Корень из 3 и корень из 3 я могу сократить. Оттуда h будет что? 3 деленное на корень из 7. Вот. Понятно? Она за рекен бусилевала. Унгарарина. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 25, а синус острого угла равен 0,6. Еще раз. Гипотенуза правильного треугольника. 25, а синус острого угла равен 0,6. Допустим, вот здесь альфа. Синус альфа говорят 0,6. Найти высоту треугольника, опущенную на гипотенузу. Вот это вот спрашивает. H. Как найдем H? Если синус альфа у нас имеется, вообще синус для этого угла, это что значит? Противолежащий катет большого треугольника, деленный на гипотенузу. То есть, допустим, здесь А, Б. Вот А деленный на 25, да? И 0,6 это что означает? 3 пятых сокращаем, это 5, значит, а равняется 15. Если это 15, это сколько будет? По теореме Пифагора 20. И синус альфа опять. Синус альфа для теперь маленького треугольника прямоугольного. Это h делить на 20. А синус альфа у нас есть?
Есть 0,6 или 3/5, да. 3/5 который? 3/5. Сокращаем тут 4, а туда h равняется 12. Понятно, да? Подрубик. Сейчас помоги. Следующий. Теорема синусов, косинусов, как отдельная тема. Azalacak. O sen gittin ku. Az güne. Hangi biraz? Hop. Вот у нас не прямоугольник, а вообще какой-то треугольник имеется. Теорема синусов вы, по-моему, помните. И теорема косинусов для каждой ABC, да? Вот здесь. Вот это у нас неизвестно. 2? 2R это что, да? Это радиус описано окружность около этого треугольника. О, хорошо, 2R я могу, да, если теорема синусов? Фирга, что-то кем мысли? 2R я могу, хорошо, да, x делить на синус 45 равняется корень из 2 делить на синус 30 градусов. Оттуда x найдем. Давайте я вам просто x напишу. Значение вы сами можете найти. Корень из 2 на синус 45 и делен на синус 30. То, мы все пропали. Корень из 2 на корень из 2 делить на 2, да? А синус 30 это сколько было? 1/2. 2/2 могу сократить. Корень из 2 на корень из 2 это будет 2. Тут, оказывается, там будет 2. Следующий. Хоп. Треугольник ABC, стороны AB, CB и косинус. Найдите сторону AC. Еще раз давайте. Вот треугольник у нас имеется. ABC. AB это 3, BC это 4 и косинус B. Альфа высота. Вот косинус альфа это, оказывается, 2 корень из 3. Странно, да? Косинус брата под табулом иди. Значит, это не надо говорить, вот, Панович. Это, по-моему, неправильная задача. Косинус же мы с вами знаем, да? Это всегда от минус 1 до 1, а там говорят 2 корень из 3. Значит, это нема другого от того. Может, он зеленый? Зеленый. Если даже зеленый, это будет же больше единицы. Правильно? Давайте это пока так оставим. Ну, просто алгоритм решения давайте посмотрим, да? Ну, здесь меньше одного какого-то числа пусть мы представляем. А, найдите сторону AC. Вот, AC. Это x, да, пусть будет. X в квадрате, теорема косинусов. Это боковая сторона 3 в квадрате и боковая сторона в квадрате минус удвоенное произведение данных сторон. И еще умножаем на косинус альфа. Косинус альфа у нас здесь дано. Подставляем, получим x. Следующий также, да, по-моему, это аналогично. А, вот вообще-то не аналогично. Вот две стороны и между ними есть у нас угол. Это значит теорема косинусов 3 в квадрате. Почему начинаем с 3? Потому что напротив альфа у нас стоит 3, да? 3 в квадрате. 2 в квадрате плюс 4 в квадрате и минус 2жды 2, 4, да? И косинус альфа. Давайте косинус альфа найдем. 9, 2 в квадрате будет 4, 4 в квадрате 16. Озги на подсказках прыгали, утрыгали, здесь скорость у них. 16 косинус альфа. Это сколько будет? 20. 20 идет туда. Минус 11. Значит, косинус альфа будет 11. 16. Теперь от нас требуется найти синус. Ну, мы с вами знаем, что альфа, бета, гамма это меньше 90, даже можно так сказать, потому что это остроугольный, да. Синус альфа, я хочу сказать, вообще-то здесь будет плюс-минус, да? Но так как альфа у нас острый, поэтому берем плюс. Острый это что означает? Меньше 90. Меньше 90 это какая четверть? Первая, да, четверть? 1 минус косинус в квадрате альфа. Равно 1 минус вот это, то есть 11 в квадрате, 16 в квадрате. Вот не торопитесь в таких вычислениях. Вчера тоже у нас была съемка, да? Вот тогда мы тоже показали, один минус, общий знаменатель один.
16 минус 11 и 16 плюс 11. Внизу 16 в квадрате. Это будет 7, а это будет сколько? 27, 27, да? Из 27 можно будет вынести девятку, да? Из 9 выходит 3. 7 на... Сколько тут осталось? 3, да? 3, да. 21 и внизу 4. 16. Почему как 7? 16 плюс 1, 5. 5, да? Ой, извиняюсь. 15, да, здесь будет? Да. 15? Да. Вот. Спасибо. Хоп. Следующий. Хоп. Это значит, мы закончили только 25% геометрии. Я все равно не просил. Прическу дорогая. Найдите наименьший угол треугольника, стороны которого равна 6, 7, 11. Наименьший угол будет где? Давайте мне покажите. Вот. Тут 6, тут 7, тут 11. Напротив 6, да? Молодцы, альфа. Косинус, да, спрашивает? Просто угол спрашивает, да. Давайте опять теорема косинусов. 6 в квадрате, 7 в квадрате плюс 11 в квадрате, минус... 2, 7, 11, косинус, альфа. Ага, это будет 36. 49 плюс 121. Минус 150. Давайте пока я так оставлю. Да, 154. Потому что мы переводим, потом это какое-то, по-моему, сокращение будет. Надеюсь, да? Это будет 170. Переводим туда. Минус 144. 134, да? 134 с минусом. Минус на минус я могу убрать, да? 154. 134 будет? Да. Это правильно? Да. Косинус альфа это 134 на 2, 7, 11. Вот. На 2 могу сократить. Сколько остается? 67? 67 каких? 77? От нас не косинус спрашивает, а альфа. А мы с вами аркой проходили, помните? Чтобы найти альфа, задействуем арк-косинус. Вот. Арк-косинус, косинус, альфа. И здесь тоже арк-косинус, 67. 77. Помните, арк-косинус и косинус сокращается, остается альфа. Это будет арк-косинус 67-77. Понятно, да? Хоп. Следующий. Дальше у нас бисекрыса и медиан, оказывается. Как найти бисекрысу? Вот. И как найти медиану, если нам известны все три стороны. Вот, антенна мусоркурама. Бисекриса АС6, не бисекриса, СД это бисекриса, АС это 6. И еще что дается? СД. Так, СД это 7. Так, А, Б, С, Д. И вот здесь бисекриса. Еще раз, А, С где у нас? Вот там 6, да? 6. 6. С, Б, 7. С, Б, 7. А, Б, 8. А, Д спрашивает вот Х. 6 умножить на 7, минус 8. Еще раз? 6 умножить на 7, минус 8. Если А, Б, 8, да? Нет. Если здесь Х... Если общее 8, тогда вот это сколько будет? 8 минус х. И вот тут этого нет. Манамам тетурелик. Б делить на х равняется чему, помните? А делить на y. То же самое, вот 6 делить на х равно 7 делить на 8 минус х. Крест-накрест давайте. 48 минус 6х. 7х. Оттуда 13х. 48 и х, 48 тринадцатых, вот, нашли. Понятно, да? Это свойство бисекрисы. О, следующий, катеты прямоугольного треугольника равны, это, по-моему, 5, да? 5 и 75. Найдите длину бисекрисы прямого угла. Давайте, прямоугольный треугольник у нас имеется. Катеты это 5, 7 и 5.
Найдите длину бисектрисы. 45. Да, здесь будет 45-45, они равны. И допустим, здесь С, да? По теореме Пифагора мы можем найти С. С в квадрате это 5 в квадрате плюс 7 и 5 в квадрате. С в квадрате сколько будет? 25 плюс 49 1 четвертая. 49 1 четвертая? Да. Высокий уровень вычислений. Сколько будет еще раз? Это будет 15 старых моделей? 15 старых, да, будет? 56-25. 225 четвертых, да? Плюсуем 325 четвертых, да, будет? Ну, вам? Торетру, 15 старых, это будет 7,5, да? И возьмем в квадрат 225 четвертых, умножаем на это и плюсуем. Вот так. Если оттуда получить С... 81,25. Если делить на 25, это сколько будет? 80. Это 12. 13, да, 14. Будет? 14. То есть 5 вторых и еще 13, да? Ну, вам? Да. Чего вы не... 325 делим на 25. 12. Да. Это будет 75, 13, вот так. Из 25 5, из 4 уходит 2. Так? Mm-hmm. Опять, длину бисектрисы. Вот AB минус XY. XY мы с вами пока не знаем. Допустим, вот здесь X, а здесь 5 вторых. Что? Корень из 13 минус X. Делим. 5 делим на X. 7 вторых, давайте это обозначим через 15 вторых. И деленное на 5 вторых, корень из 13 минус X. 15 и 5 можем сократить на 5, тут будет 3, и двойка спускается, как умножение. То есть получим 1 делить на x, 3, 5 корень из 13, минус 2x. Крест-накрест перемножим, 5 корень из 13, минус 2x, и там 3x. Это идет туда, 5 корень из 13, 5x, сокращаем по 5, значит x это корень из 3. Мы нашли только x. А чтобы найти теперь саму бисектрису, пользуемся формулой. АВ, то есть боковые умножаем, 5 умножаем на 15 вторых и отнимаем x на y. То есть x это у меня корень из 13 и умножим на это. А если это, допустим, 5 вторых корень из 13 минус корень из 13. Если корень из 13 вынести, остается 5 вторых минус 1. Это было бы 3 вторых, да, просто, да? Или что за 3 вторых, ну просто? Вот так, да? Так, если общий знаменатель, это было бы 75 минус 3 корень из 13 и делен на 2. Что, Рамаха? А, его. Вам 13 узнаешь? Ну? Вот. Корень, это x, это y. Мы же их умножаем. Это само корень из 13, а это вот 3 корень, 3 вторых корень из 13. Это на это будет 13, умножаем 39. На 3, сколько будет? 39. Это 34, сколько будет? 36, 18, кажется. 18, да, будет? Кто же обладает, Маха? Думаю, да. Вроде есть формула, по которой можно сразу найти бисектрису. Угу, давайте, какой? Какая? В числителе 2АБ. 2АБ. На косинус с половиной угла. Умножаем, да? Да, умножаем на косинус. Гамма деленное на 2. Гамма деленное на 2. И внизу А плюс Б. Внизу А плюс Б. Да. Это для того, чтобы найти бисектрису. Бисектрис на сторону С. Вот. Добавьте, пожалуйста, формулу на это. Это когда у нас здесь, пусть будет гамма, да? Гамма это между А, Б, да? Угу. Вот, здесь гамма. Вот еще одна формула. Да, вот, оказывается, если не знали формулу, вот через вот так, а если не знали формулу, вот сразу выходит. Давайте сверим. Попробуем. А у нас это альфа есть, да? Да. 2АБ, где у нас АБ? 5 и 7, 7 и 5 это 15 вторых. Умножим на косинус, здесь сколько будет? 45, да, будет, потому что это же там 90. 45, косинус 45. И деленное на А плюс Б. 5 плюс 7 и 5. А косинус 45 это у нас сколько?
Корень из 2 делить на 2. 2 сокращается. 75. Это сколько будет? 12,5, да, будет? 12,5 это что означает? 25 вторых, да? Вот это вот с этим 5, и вот это 5 вот с этим 3. Остается 3 вторых и косинус 45. Корень 2 на 2. Странно, не совпадает. У нас 18. Вот здесь почему-то... А теперь вернем корень 2 на 2. Вот чмят мой. Это из марканского пропуска. Надо посмотреть, не знаю, может АБ другой? Гамма другой угол может быть. Давайте еще раз мы свои решения проверим. Может мы где-то ошиблись. Еще раз. С в квадрате это плюс это. Вот. 25 плюс 225 четвертых это 4 на 25 это 100, да? Да. Плюсуем 225, 325 четвертых. 325, если делить на 25, это оказывается 13. Будет 13. Да. Оставим это 25 вынесли, 4 вынесли. Да. А потом... 5 делить на x и 15 вторых делить на общий минус x. Там кажется в той формуле, где ab минус x, там же квадрат идет. Вот тут? Нет, вот. У нас? Да. Там l как в квадрате должно быть. Мы корень квадрата не сделаем. Здесь? У нас здесь, здесь. Но, в квадрате. Где это было? Вот на этом l. Да, вот здесь. Да. Квадрат должен быть. А, да, 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 да. Вот. Теперь совпадает, да? L, что будет? 2, 3 корень 2. 3 корень из 2. По-моему, теперь совпадает, да? Там 3 корень из 2, 1 на 4. Нет, там 3 корень из 2. А вам двойка не была, верно? Вот эта двойка у нас есть. Двойка поднимается. Мам, вот так и было. А, ее 3 вторых, хоп. А, ее да. Поднимается, верно? Да? Да, да, вот наоборот, здесь будет 6. Двойка, это же в знаменателе. Поднимается, получится 6. И сокращаем 3 корень из 2. Вот совпадает. Правильно работает. Еще раз, эта формула, оказывается, прямо работает, если две боковые и между ними угол есть, сразу, оказывается, можно найти чего? Бисектрису. Следующий, давайте. Дан равномерный треугольник, бисектриса, опущенная к боковой стороне треугольника, делит сторону на отрезки. Опять какой-то треугольник у нас. А, равномерный треугольник. А, бисектриса, опущенная к боковой стороне. Давайте вот это у нас вот так, да, бисектриса. Делит сторону на отрезки 4 и 1, считая вот вершины. Вот это 4, это 1. Найти длину бисектрисы. Это L. О, это альфа. Это альфа. Тогда здесь сколько будет? 2 альфа. 2 альфа. Почему? Потому что равнобедренные. Равнобедренные. И вот эта сторона это сколько? Что? 5. А. Равнобедренные же? А, это 5. Это тоже 5. А, еще что мы имеем? 5. Ну, можем найти вот это, да? Правильно? Да. Знаю, назову лапы, длину бисектрисы. 5 деленное на 4. Вот, это же бисектриса, еще раз. Свойство говорили. B делить на x, A делить на y. Просто такой же у нас, просто перевернутым, да, видите? Если вот немножко поворачиваем, получим... x делить на это. Это делить на это делить на это. X делить на 1. Допустим, здесь c, да, какой-то, да. C делить на 1. А тут c, если найти, это как раз 5 четвертых. Вот это мы с вами знаем, 5 четвертых. А, к сожалению, вот альфа мы не знаем. Если знали, бы сразу подставили, да, на формулу. Альфа мы не знаем. Что нам еще остается? А, подставить на ту формулу, да? L в квадрате. Около фиампу сейчас знаем все три стороны, да? Да. Да? Там есть еще одна формула. 2 деленное на a плюс b. И потом квадратный корень на еще, а. Еще раз, еще раз. L это? Числители 2. Числители 2. Знаменатель a плюс b. a плюс b. Уже отдельно умножить на квадратный корень a, p, полупериметр. А, это p? Нет, после b еще полупериметр, скобка открывается, полупериметр минус c.
Спасибо за формулу. А у нас попроще, да, здесь работает? А в m минус x y. Это тоже формула, да? Где все стороны нам известны, да? С этим как это? Если мы не знаем, в каком отношении 9 плюс 3. А, да, да. Если мы это в каком соотношении, да. Просто известно, если будет 3 стороны, да. А у нас, по-моему, вот та формула работает, да, хорошо? А, b, то есть боковые стороны умножаем. 5 умножаем на 5 четвертых и отнимаем x, y, то есть 4 на 1. Это, сколько это будет? 25 минус 16, да? Сколько это будет? 9 четвертых, да? Класс. L равно 3 вторых. Да. Откуда 5 четвертых? 5 четвертых. Да? C. А, все. А на B, x на y, по формуле. Вот получили L 3 вторых. Вот для биссектрисы, для разных случаев, вот, спасибо Амиру. Еще дополнительные две формулы. Оп. Один угол прямоугольного треугольника, да, по-моему, равен 38 градусов. Прямоугольный треугольник, который равен 38 будет. Вот это, да? 38. Да. Найдите угол между высотой биссектрисы, проведенными на из вершины прямого угла. Вот, оказывается, выходит один что? Одна биссектриса. И еще оттуда выходит что? Высота. Вот такой. Активированный высота. Да. Между ними вот маленький такой угол. Уголчик. Есть там? Вот это альфа. Получается там угол. Получается сколько будет? 38. Если здесь 38. 52 там. Где? Вот здесь, за 52. Вот здесь у нас 52. А если это, как это, биссектриса, то вот здесь сколько будет? 45, правильно? Там тоже 45? 45, и вот здесь тоже 45, да. А вот общий 45. Да. Маленький там будет 7 градусов, получается, да? Где будет? Маленький там, 7 градусов будет. Да, 7. Где 7? Потому что 90 минус 38, 52. И общий там есть 52, 52 минус 45, 7 градусов. Еще раз, 45 это общее, да? Да. Здесь 52. А там 40, 90 там же, правильно? 90. В общем, там же 90 должно быть. А, мама там запрещена, да. Вот здесь у нас 38, да. А чтобы общее было 45, альфа должен быть, да, 7 градусов. Еще раз. 38 у нас было, вот здесь 90 градусов, и здесь 52, потому что сумма внутри угла большого треугольника, что было 180. И мы рассматриваем, так как это биссектриса, вот здесь общий 45, здесь тоже 45, и так как это высота, здесь тоже образуется маленький прямоугольный треугольник. 90 если там, если здесь 52, здесь 38, а общая здесь до биссектрисы 45. Не хватает 7 градусов здесь. Поэтому между ними будет 7 градусов. Хорошо, да, сложено. Все, уж расщепляем. О, первое, по-моему, медиана. Да, медиана ваша на пиоге. Ахтунс Бабара. Отличный спор, наверное, на учебный тронан. По-моему, Ситрис с Герем Асфалзов. И на бур формулы, возможно, Йозган, почему-то, даже мамбула, не İslam barış hareket kılışıyla gerek. O uglu triangle katlıysa kak 9, 5, 4. Значит, какие углы будут? 90, 10, 50 и 40. И 40, да? Ну, опять вот 9х плюс 5х плюс 4х равен 180. Х 10 умножаем, получили. А медиана, проведенная к большой стороне, значит, это прямоугольный треугольник. Медиану вот опускаем. Вот равные. И еще в прямоугольном треугольнике медиана еще является одновременно половиной гипотенузы и еще нет, радиусом описано окружностью. То есть вот половина гипотенузы это и есть медиана. Это только в прямоугольном треугольнике. Проведенная большой 12,5. Площадь одинаковая, да? А эти
большую сторону. Большая сторона это будет сколько тогда? 25. Изи, да? Ну, охрану тьма могу легать. Вот 12,5. Большая а сторона будет 25. 12,5. А? Сторона на 2 равны. Она равняется. А почему медиана равна сторона? Почему медиана равна этим сторонам? Давайте я вам покажу. Круг. Ничего себе, идеально, да? Центр. Правильный диаметр. Да? Построили на основании диаметра как? Прямоугольный треугольник. Почему здесь 90 будет? Тоже объясню. Если здесь, если здесь внутренний угол какой-то альфа, помните, да? Тогда здесь сколько будет? Тот же альфа. Два альфа. Да? Вот это у нас какой градус? 180. 180, значит, внутренний угол к нему будет 90. То есть на диаметре как это, внутри окружности треугольника все они прямоугольные треугольники. Эдуард Варелли, это центр. Вот это что у нас? Радиус. Это что? Они равны. Это тоже что? Радиус. Это с одной стороны медиана, с одной стороны радиус. Понятно, да? Это всегда так, что там медиана равна 90. Если это 90 градусов. Для прямоугольного треугольника. И если эта медиана опущена куда? Гипотенузу, да? На гипотенузу, да. А если это проведено на боковую сторону, на катетере, тогда это не так. По следующий внешний угол превышения с треугольника ABC. С это какой? Давайте пусть будет вот это вот. 90 градусов. Да, С2. И внешний угол это означает и внутренний 90, да, вот они об этом. Стороны СА, это у нас А, 12, СБ это 5, найти длину медианы СД, СД, приведенных к стороне АБ. Ну это же 90 градусов. 12, 5 и пифагорейские числа какие были? 13, да, будет? 5, 12, 13. А медиана только что мы узнали, это 8,5 гипотенузы, 6,5. А у вас анды чуть-чуть? Десятый, то есть следующий. Основание треугольника 8 корень 6. Опять основание. Основание 8 корень 6, а боковые стороны равны 13 и 19. Найдите медиан, опущенный на основании. Ну, это неравноветренный, вам так кажется, да? Равноветренный губчик вот это, да? Вот это 19. Вот медиана. М какой-то. Форма же там, знаете? У нас все три стороны, да? Три стороны. Все три стороны известны, да. МС в квадрате. М в квадрате просто равно. 2 в квадрате, вот А, Б это где боковые стороны, да? 2, А в квадрате, 13 в квадрате, 19 в квадрате и минус С в квадрате, да? С в квадрате это вот это, 64 на 6 и деленное на 4. Что там? Ничего, логично. 169 плюс 361 у нас что будет? 169, 361? Да, 530 получается, да? Минус 64 на 6. 4. 384. А мне чего надеялся? 530. 530. 1060. Давайте мы на 4 сокращаем. На 4 это означает на 2 на 2, на 2 на 2, и оттуда это тоже на 2 на 2. Тут будет сколько? 265 минус это 32, это 3. 96. Это сколько будет? 96. 96. И получим? 166. 121, да? 166. 169, да? Да. М значит 13 будет. А, да, все. Вот. Чуть квадратный число 64, да? Пойди в концовке. Вот так. То есть здесь просто-напросто использовали формулу. Вот, видишь, нас реанализируем. А, Б со стороны треугольника найти медиану МА. МА это какая формула будет? Харисовая формула. МА.
Получается 2c квадрат минус 2b квадрат. А, плюс 2b квадрат минус а квадрат делен на 4. Вот это заповедь. Да. На а опускается, это значит боковые bc, вот 2b в квадрате, а в квадрате, c в квадрате, минусуем саму вот это а в квадрате и делим на 2. Но это у нас корень не ставили, поэтому там 4 стоит. Ответ будет d. Это тоже вот 13-го, это 8-го года, это 0-го, 97-го года. Дальше у нас площади треугольников. На площади треугольников. Задание. Сейчас смотри, Ламахар. Йо. Гиферен бьет. Адыган или дэм? Пушин бьет за бьет. А реально, с чего гифты закончились? Уже они не помогают. О, чему равна площадь треугольника ABC, если AB 3? Так, А, Б, С, значит, А, Б это 3, А, С это 6 и угол А 45. Ну это у нас уже было, да? Да, 1, 2, 3 на 6, синус 45. Ну дальше просто вычисляется. Сейчас мы использовали эту формулу. Эту формулу мы и так знаем, остальные, ну Герон, по-моему, все знают. Равносторон, для равносторон треугольника А в квадрате с корень сторон делить на 4, это тоже мы с вами знаем. А что записано? Где окружность описана, да? Да, описано. То есть S площадь можем найти, если нам известны все три стороны и радиус. Странно, да? Если все три стороны известны, зачем нам радиус? Да? Ну, вообще-то это из R, да? Вот имейте в виду, R это A, B, C, деленное на 4S. Вот оттуда формула просто элементарно рабочая. И окружность вписана. Пи это, по-моему, полупиримметр. И седьмая формула это окружность. Энергия ноты. Внешне вписана. Следующее. Найдите гипотенузу равнобедренного прямоугольного треугольника. Вот равнобедренный, оказывается. И еще какой? Какой? Прямоугольный, да? Ёпта. 45. Если его площадь равна 18. Там А, здесь тоже А, 1 вторая катит на катит, это оказывается сколько? 18. А куда А в квадрате сколько будет? 9. 36. А куда А? 6. Вот получили А. Следующий. Площадь правильного треугольника. Правильно это что значит? Все стороны равные, да? Вот так. Площадь это оказывается 2. А в квадрате корень из 3 делить на 4, да, формула? И 2 корень из 35. А туда А в квадрате найдем. Это 8 корень из 35 делить на корень из 3. Чтобы найти А, из этого берем корень из 8, умножим на 4 корень из 35, делен на 3. Вот. Ну, вот 8, да, немножко можем упростить. Вот такой ответ у нас будет. А вторая, какая формула? А вторая, это обнажение А. Это? Да. Ну, они отдельно не писали. Для прямоугольного треугольника катет на катет и умножаем еще одну вторую. Чтобы дать еще... Площадь, площадь. Там же катет типа одна, это высота и так, правильно? Да. Равнобедренный треугольник у нас, поэтому все катеты равны. Оба катета равны. Понятно, да? 22. Найдите площадь треугольника, образованного отрезками координатных осей и прямой. Давайте вот это скетчинг делаем, да? Если оттуда y найти, это минус 3x, минус 12. Это где будет минус 12? Минус 12, y-intercept здесь. Помните, да, как построить? И минус 3 это означает что? Вот так пойдет. Или вообще-то поднимается справа налево. Ну, вот так идет это. Данные прямой и осями координат. То есть вот это и это. То есть от нас требуется найти только это и дальше как здесь. Да? Катет умножаем на катет и делим на 2. А
там что же, да, 12. Вот это, Катя, это уже нам известно. Это сколько? 12. А это как найти? Это у нас x-intercept. X-intercept как мы находили? 4 там. Вместо y 0, да, подставляем? То есть y закроем. Оттуда x? 4. Минус 4. Ну, длина будет 4. И площадь? Сколько будет? 24. Вот, получили ответ. Ёх ты, зона. Следующее подобие. Ну, просто подобие неинтересно, поэтому здесь подобие плюс площадь. Чуть больше подобия. Чуть больше подобия, да. Побольше подобие. Махнуть бумагу? Да. У нас есть 8 минут. У меня, да? Ну или 3. Площадь двух подобных треугольников 6 и 24. Вот здесь есть у нас формула. А периметр одного из них на 6 больше периметра другого. Давайте вот для периметров и для площади какие там соотношения. S1 делить на S2. Это будет P1 делить на P2. Все это что? В квадрате. Такая формула есть? Да. Вместо P1 и P2 могут быть соответствующие какие-то еще стороны, да? S1 это, давайте наибольше, да, напишем, 24 и 6. Давайте наоборот, пожалуйста. А? Давайте наоборот, пожалуйста. Окей. Неправильный дробь чехот, я хочу правильный. Неправильный дробь? Да. Там же 4 будет. Ну, все равно. Я так наоборот, больше целочек. Вот, давайте я наоборот. 6, 24, степень 24. Давайте. Сверху у нас больше, да? Одного из них на 6 больше. Значит, если меньше, это P, а это получается P плюс 6, все это в квадрате. Сокращаем, получим 4. Это P плюс 6. P в квадрате, ну берем квадратный корень, там будет 2, P плюс 6 на P, внизу имеется в виду 1, есть крест на крест умножим, 2, P это P плюс 6, оттуда P равен 6, то есть маленький треугольник имеет периметр 6, а большой имеет 12, знаете, периметр большого треугольника, то есть P плюс 6 это будет 12, вот наш ответ. Следующий. Треугольники A1B1, C1, A2B2, C2 подобные. Площадь 9 раз больше другого. Значит, S1 делить на S2. Это оказывается 9 раз больше другого. Это что значит? Коэффициент подобия? 80. S1 равно 9 S2, да? Что я вас проявил? Да, это будет 9. Или это, если K в квадрате, то K это будет 3, да? Найти сторону, соответствующую сторону A1B1C1 равной 3. Если это 3, тогда у большего будет, или это больше какой это у нас? Площадь A2, да, A2B2C2 это больше получается, тогда вот это A1B1C1, A2B2C2. Площадь у него 9 раз больше, чем этого. Это значит, каждая сторона, соответственно, 3 раза, да, больше? Если, допустим, вот это 3, тогда это должно быть 9, потому что 3 раза. Линейные измерения 3 раза больше. Линейные это означает вот, периметр, длина без квадрата, да, который без куба. О, вахтамыз глахалы. Периметры подобных треугольников равны 18,36, соответственно, а сумма их площадей равна 52,5. Найдите площадь, я научу формы его янус. S1 делить на S2. Мухаммадулла, канапел, зид. 18,36. 18,36. Значит, вот сверху у нас стоит маленький, да? В квадрате. И еще, если S1 плюс S2 это 52,5, давайте вот S2 я представлю как 52,5 минус S1. То есть вот вместо них подставляем. S1 делен на 52,5 минус S1. Их можно сократить. Получим сколько? 1/4 сразу с квадратом, да, это? И крест на крест умножим. 52,5 минус S1
и 4 S1. Это идет туда. 52 и 5 равно 5 S1. Отсюда S1, если найти, сколько это будет? 10 и 5, что ли? Да, 10 и 5. Вот S1 это 10 и 5, а S2 это будет сколько? 21. 42, да, ровно? Точно. Да. Вот площади будут именно такими. Площадь большого треугольника, это оказывается, будет 42. Bunyam osha matematikani anglaysiz deyotganmiz, просто вам бы детальные задания курируем. И самая базовая тема для подобия это фалис. Помните, да? Вот все эти формулы, почти все формулы из фалиса. Теорема фалиса. Для прямой и секущей. Фалис, да. Вот на ханасты. ОА, вот это у нас 5. ОБ это 6. По-моему, АС это 2, где АС? Вот это 2. И БД чем равняется? Ну, если это вот рассмотреть, вот такой треугольник, да, у нас стоит? А вот это 5, вот 2 и 6, х. То есть, соответственно, как это? Большую сторону вот сначала найдем, 7. Делим на соответствующую сторону маленького треугольника, это 5. И вот это будет общая какая сторона? 6 плюс х, деленное на 6. Крест на крест перемножим. 42. 30 плюс 5. 30 и 5х. Оттуда х равно чему? 2,50. Молодец. А нет, 2,40. Молодец, молодой. Ёхта? Вот так. Уже его. Я не думаю, он кинется по-моему. Он стоит с лазером, мама, пара, как все.